Сразу две крупных аварии блокировали сегодня въезд в центр Одессы. Рано утром на пересечении улиц Генерала Бочарова и Днепропетровской дороги автомобиль «Део Ланос» на большой скорости столкнулся с грузовой «Таврией». В результате столкновения «Део» отбросило в сторону, где он врезался в рекламный столб и загорелся. «Таврия» осталась стоять на перекрестке и тоже загорелась. На месте аварии работали сотрудники ГАИ, медики и спасатели. В результате аварии пострадали четверо человек, трое женщин и мужчина-водитель, все они пассажиры «Ланоса». Одна женщина скончалась по дороге в больницу. На данный момент проводится следственное мероприятие по установлению причин и обстоятельств, которые привели к такому дорожно-транспортному происшествию, которое забрало человеческую жизнь. ДТП с участием грузовика произошло и в другом районе города, на улице Водопроводная. Около 7 часов утра возле завода «Стальканат» водитель автомобиля «Део Ланос» заснул и въехал в грузовик «КамАЗ». На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.